Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим Рут. Сегодня мы вместе с вами будем проходить игру под названием Ori and the Will of the Wisps. Продолжение истории про маленького малыша Ори будет очень увлекательно и интересно, так что, ребят, запасайтесь печенюшками, чаечком, и мы начинаем погружаться в эту историю. Давайте начнем. Пролетают птицы, и маленький малыш Ори смотрит, как они улетают вдаль. Вот у нас маленький Ори, гнездо ласточки. Побежали навстречу к приключениям. Эй, привет! По-моему, Гума его зовут, если я не ошибаюсь. Мы всегда будем помнить рассвет. Даже взаимодействовать можно с маленькими этими всякими объектами, такими как этот гамак. Прикольно. Когда в Нибеле вновь пришла жизнь. Маленькая совунька. Приветик наш, дорогой маленький миленький друг. Добро пожаловать в семью. Мы назвали ее крошкой Ку. Это прохождение, я думаю, будет довольно-таки ламповое, потому что игрушка предполагает на ламповость и атмосферность. Идем-ка ко мне. И нашу совуньку забрали. А Ори продолжает у нас дрыхнуть. Ори, дружок, давай-ка проспись. А то все интересное проспишь. Чё там? А, сейчас, наверное, наш совунька будет учить летать. Боится. Ничего страшного, там мы на подхвате снизу стоим. У нее, кстати, какие-то проблемы с крылышком. Видимо, повреждено. И она особо летать, как мне предполагается, не может. Угу. Че у совуньки всякие фрукты? Червячки ей нужны. Какие-нибудь букашки, жучки. Вот как раз эти. Вкусняшечки. Что если кто кушает или пьет чаечек, то приятного чаепития и приятного аппетита. Все радуются, веселятся. И птицы опять полетели вдаль. А маленькая совунька смотрит на это и тоже хочет полететь. Вскоре небо воззвало к ней. Но вот у нее явно какие-то проблемы с крылом. Потому что там перьев маловато. Услышали это Инару с Гумо. Ну да, в принципе, как и предполагалось. Крылышко у нашей маленькой совуньки все-таки плохо работает. Очень сильно грустит. Эта история так
от события к событию. То хорошее событие, то плохое событие. Играет на наших чувствах. И это одна из фишек данной игры. Давайте-ка пойдем все-таки успокоим нашу дорогую подругу. Эй, Савунька, ты куда там делался? Ответ пришел из прошлого. Ну-ка пойдем посмотрим, откуда пришел ответ. И что же нас ждет? Так, здесь надо перепрыгнуть. Последний подарок матери. Пирокура, вы освоили новое умение, нажмите Shift, находясь в воздухе, чтобы парить или перемещаться по воздушным потокам. Скорее всего, мы сейчас, я так предполагаю, Савуньке это отдадим, потому что, ну, это, конечно, для нас очень классно, но нам нужно же помочь нашей подруге-то. Смотри, что у меня есть. Такое перышко огромное. Как раз для нашей Савуньки. Ха, это дружок все дрыхнет. Ну-ка просыпайся. Сейчас, мне кажется, у нее что-то получится. Даже прям на ней можно. Ну-ка, парить она будет? Да? Смотрите-ка. Вместе на новых крыльях. Прям прекрасно. До неба лишь шаг. Сейчас, наверное, мы летать будем. Ха-ха, получилось. Все-таки у нас вышло. Она же так долго этого ждала. Ее, в принципе, первый полет. Красотень.
мы и присоединились к остальным птицам. Птицы, кстати, какие-то странные. У них клюв какой-то остроконечный. Явно какие-то фантастические птицы. Мне кажется, вам надо приземляться как можно скорей. Иначе сейчас сорвет вашу повязку и перышко улетит. Вместе вы с ними все-таки упадете. Нет, все-таки перышко у нее оторвалось. Так началась история разлученных бурей. Ух ты, какие-то твари шипят. Мне кажется, нам в скором времени придется с ними сразиться. Чернильные топи. Так, ладно, давайте пойдем сначала налево. Исследуем там местность. Вон и какая-то штука светящаяся. Слизнюк. Ну-ка, что-то не особо. Я хочу тебя трогать. А, понял. Понял, не дурак. Туда не лезть. Так, сфера жизни. Вы нашли сферу жизни, собирайте их, чтобы восполнить запас жизни Ори. Понятно, это у нас ХПшечка. Придется заново залезть. Ладно, третья попытка. Играю с клавиатуры. Геймпада, к сожалению, нету, но надеюсь, в скором времени приноровимся и будем нормально все будет. Так, понял, я сфера жизни. Угу. Так, колючки. Повыше заберемся. И сюда. Так, слева светлые озера, справа черные топи. Ну, пока здесь пробежимся. Удерживайте shift, чтобы перетаскивать предметы. Понятно, интерактивчик. Фрагмент ячейки жизни. Вы нашли фрагмент ячейки жизни. Поищите еще один, и ваш максимальный запас увеличится. В общем, надо будет много чего искать, много чего исследовать. Это довольно обширный мир. И здесь, я думаю, мы не сможем дальше уже никак пройти. Придется возвращаться. Пойдем теперь сходим направо, там исследуем местность. Может, нас чему-то по мере игры научат, и мы сможем уже в другие места попадать с помощью каких-то навыков. Так, здесь есть жизнь, хпшечка. Ну-ка. Вот она, малый сосуд. С духовным светом. За духовный свет можно выменить у знакомых что-нибудь интересное. Или улучшить осколки духов. Так, понятно. Это у нас местная валюта. Которую мы, скорее всего, будем в каких-то, может быть, лавочках пользоваться. Провалились. Здесь мы не пройдем. Здесь деревяшки какие-то. Значит, направо.
так удерживайте, нажмите Space, чтобы на другую платформу перепрыгнуть. Так, ХПшечка. Здесь у нас такое ощущение, как будто кто-то живет. Такая вот небольшая комнатушка, что ли. Как будто пещера. Ладно, значит, вниз побежим. Посмотрим, что здесь будет интересного. Так, здесь слизняки. И у нас факел. Факелом мы можем уже как-то драться. Ага, все. Первое оружие наше. И фрагменты душ. Ты-ты, это мы уже поняли. Выменить это мы можем. Так, там можно будет, наверное, деревяшки вот эти вот поджечь и попасть в другую область. Так, иди отсюда, слизнюк. Слизнюк у нас догорел. Ага, все-таки правильно. Деревяшки эти можно поджигать. Ага, сюда мы так просто не попадем. Но там кто-то стоит. Ты кто у нас? Нажмите Е, чтобы поговорить с током. Чирик, а ты что такое? Явно не Моки. Ты ведь вообще не из Нивина, да? Я много где побывал, но таких, как ты, ни разу не видел. Ты с другого берега? В общем, я Ток, путешественник. Странствую в этих краях, но там... Но только там, где все не так плохо. Я сейчас пытаюсь открыться от бури, но если ты хочешь идти дальше, то тебе через врата духов на востоке. Чтобы их открыть, нужно два каменных ключа, вот таких. А вон в той пещере как раз есть второй. Но только чтобы его оттуда достать, нужно кто-нибудь половчее меня. Что скажешь? Так, нам дали новое задание. Пропавший ключ. Вот он находится. У нас карта. Здесь можно все посмотреть. Что, куда? Ну, пойдем, в принципе, налево, как он и сказал. Поищем, что здесь есть. Ау. Так, сначала налево сбегаем. Слизнюк, иди-ка отсюда. Так, сфера энергии. Вы нашли сферу энергии, собирайте, чтобы пополнить запас энергии. Как-нибудь ее раскачать можно? Ну, а нет, мы и тогда прыгнем. Так, для них тоже это пагубно. Так, я вижу небольшой уступ. Нет! Не так я хотел, конечно, но ладно. В принципе, сфера жизни есть, так что не критично наше падение было. Так, эту деревяшку можно сломать. И здесь наша валюта. Ох, какая фигня. Ну-ка, отстань. Ау. Ау-ау-ау. Может, она догорит? Е-е-е. Справились. И нам открылся проход. Ладно, побежали туда, посмотрим, что там. Здесь у нас красивый водопад. Запрыгните на мох, чтобы уцепиться. Очень интересные механики в игре. Много разнообразного. Так, ага. А факела у меня больше нет, да? Понятно. Факел наш водопад затушил. Сюда мы не пройдем. Значит, пойдем мы сюда. Так, слева какой-то осколок. Каменный ключ. Каменные ключи отпирают врата духов. Каждая врата духов требует свое количество каменных ключей. Задание обновлено. Покажите каменный ключ Току. Пойдем. Тогда, значит, сходим отсюда. Так, здесь еще какой-то есть вот секрет. Вот только как до него попасть? Давайте-ка еще раз попробуем здесь спрыгнуть.
А, нет, все-таки, да. Все-таки здесь никак не попадешь. Обратно отсюда мы сможем пробраться? Нет, не сможем. Придется сделать круг. Ну ладно, у нас маленький малыш Ори все-таки очень ловкий, поэтому мы сейчас быстренько до туда сбегаем. И вот еще какой-то фрагмент. А до него мы как-то добраться можем? Видимо, как-то попозже. Так, сейчас Току отдадим его каменный ключ. Посмотрим, что он дальше скажет. Может, какой-то еще квестик даст. Так, где у нас Ток дальше? Ток, держи свой ключ. А, вот и ты. Что это у тебя? Каменный ключ? Вот, держи еще один, как я и обещал. Я, птица честная, свое слово держу. Теперь я смогу и дальше странствовать по утерянным шедеврам Нивина, пока они еще есть. А ты можешь и дальше, чем-то там заниматься. Желаю удачи. Так, мы получили еще один фрагмент. И здесь у нас справа есть дверь. Пойдем попробуем ее открыть. Вот она, дверь. А, не. Выше. Ого, на заднем плане волчара. Надеюсь, это не очередной босс, которого нам придется как-то победить. Так, в воду стараемся не прыгать. Потому что вода, мне кажется, она заражена. Ой-ой. Какой крутой. Придется убегать. Нет. Беги, малыш Ори. Ау. Так, бери факел. Сейчас будем драться. Эй, подходи, волчара. Так. Тайминги. Иди-ка отсюда. Вот мы уже с вами тактику разработали. Будем от стены отталкиваться. Пол хпшечки мы ему снесли уже. Ему это не понравилось явно. Огрели мы его огоньком. Подожгли его интерес, так сказать. Так. Ну, мне кажется, мы еще с ним встретимся. Как-нибудь попозже. Открылись нам новые пути. Да, нам открылся путь вниз. Но здесь опять-таки нам нужен факел. Логово боя. И это, походу, не наше владение, а его. Блин, на самом деле не особо хочется все спрыгивать, потому что территория-то неизвестная, оружия у нас никакого с собой нету. Даже банально факела нет. Давайте попробуем направо сбегать. Какое-то дерево духов. Красивое дерево. Светится. Эффектно. И снова упал. Вновь засиял древний свет. Тем временем Нару и Гумы искали путь во тьме.
они-то не знают, какие приключения нас уже постигли. Нару, мы еще придем. Так, Ори, просыпайся. Тут на тебя дружки смотрят. Чё уставились? Ты не как те другие. В тебе сияет древний свет. Дерево вспомнило, узнало, засияло. Оно поделилось с тобой воспоминаниями. Клинок духа, вы освоили новое умение. Перевяжите его кнопки. Левая кнопка мыши, Е или Р, удерживая Q. Так. Ага, понял. Это наша новая атака. Давай используй свет, хотим взглянуть. Ого. Прям какой-то самурайский меч. Да, это мощное оружие. О, и деревянные эти мы можем всякие разрушать. Так козявка еще плюется. Ау. Так. Прям рубило какое-то. Так. Ну-ка. Тебе все равно люлей дадим. Магнит. Вы получили новый осколок духов. С ним вы притягиваете сферу издалека. Для использования нажмите Tab. Так, новый фрагмент. Будем притягивать. И нам не придется бегать за этими осколочками, да? Это мы куда уже забежали? Так, карта. Это нам надо теперь назад и налево. Будет сбегать. Опять пушистики собрались. Свет тебя слушается, значит, ты и правда дух. Мы Моки, думали, что духи давно покинули Нивен. Ты кого-то ищешь, а мы знаем кого, кто может помочь. Иди к хранителю топей. Кволок поможет тебе отыскать путь. Так. Ого. Кволок довольно-таки далеко. Ну ладно. Пойдем. Пойдем сначала вниз. Изведаем эту область. Ах ты, плюющаяся козявка. Да, теперь фрагменты притягиваются сами. Так, я вижу камушек, но это потом. Ага, нет. Значит, сейчас. Этот камушек нам нужен будет, чтобы здесь его поставить. А может быть и перепрыгнуть. Сейчас на эту платформу запрыгнем. Блин, столько всего интересного. Это вы представьте, это только черные топи. А здесь еще огромные территории будет. Очень много чего можно будет исследовать. Здесь я пройти не смогу. Это надо будет пройти налево сейчас. Опа. Еще один какой-то дружок. Больше на какого-то богомола похож. Но мы его одолели. Так, теперь ты иди-ка сюда.
быстро мы с ними расправились. И нас выпустили. Мини-бой был. Так, пойдем-ка вниз. О, еще. Дерево духов. Еще какой-то навык дадут. Двойной прыжок. Вы освоили новое умение. Теперь два раза прыгать можем. Класс. Клей, вы получили новый осколок духов. С ним вы прилипаете к стенам. Так, давайте-ка используем. О, класс. Вот эти нам способности дают новые возможности, куда можно будет добраться до каких-то других областей. Так, двойной прыжок. Ну-ка, давай-ка работай. Я не могу отсюда запрыгнуть. Попробуем тогда отсюда. Что ли, с этой? Нет, тоже не даст. Значит, попробуем с другой области. Нет, а сюда тоже никак не запрыгнешь. Видимо, я что-то делаю не так. А! Тю! Понятно, все со мной. Давай, иди сюда. Животинка. Ну теперь Ори не соскальзывает. Как до этого было. Удерживайте спейс, чтобы прыгать еще выше по стенам. Сюда. Так, это мы куда вышли? Это мы вышли обратно. Здесь у нас уже больше нечего исследовать. Там, конечно, есть какой-то секретик. Ну, ладно. Это за вот эту вот штуку надо подергать. Ага, чтобы туда попасть, надо отсюда. Так, там можно пройти вниз. А здесь можно? Нет, здесь не дает спуститься нам. Значит, пойдем ниже. О, вниз мы тоже можем бить. Класс. Ну, этого атака уже предсказуемая. Так, я вижу рычаг, за который нам надо будет дернуть. Это мы опустили лифт вниз. Ага, пойдем-ка обратно. Теперь спустимся на этаж ниже. Там дела доделаем. Какой-то фиолетовый луч. Его, наверное, камни можно будет застопить. Ага, точно. И сейчас мы можем так будем продвигаться и дойти. Здесь ключик у нас. Фрагмент еще одного ключа. Так, здесь можно его использовать. Этот фрагмент. Забраться-то мы сможем обратно. А, вообще, изи.
Так, а что там за знак? Свет из колодцев можно найти в разных уголках Нивина. Он лечит, исцеляет. Больше похоже на портал. Нажмите 1, чтобы восполнить здоровье. Игра сохранена. Так, это у нас сохранялка. Больше на портал похоже. Может будет с одного места в другое место с помощью него перемещаться. Пока посмотрим. Иди сюда, голубчик. Так, и пойдем мы сходим вот сюда налево. Богомол. Так, нужен еще один фрагмент каменного ключа. Это надо будет вернуться, значит. У нас фрагментов не хватает. А до туда мы допрыгнем. А вот же, у нас фрагмент уже здесь, под носом. Он, да, только сейчас начал отмеченным быть. Так, фрагмент у нас есть. Идемте открывать дверь. И у нас еще одна территория откроется. А, я же забыл, что здесь нельзя в эту воду фиолетового цвета прыгать. Она ядовитая для нас. Способности очень облегчают жизнь. Так, здесь две этих фигни. Спускайся, люлей отхватишь. Так, теперь можем здесь мы разрушить. Это дает. А, это просто подъем чуть выше. Мы здесь вернуться можем. Тут-то мы можем вернуться и забрать осколок. Теперь направо пробежимся. Оп, стоп. Туда не падай. Ну-ка, поговорим. Моки, скажи нам что-нибудь. Ты дух, что ли? В таком случае... Трепещи дух, перед тобой мог храбрец. Знаю, неубедительно, но я правда храбрец. Ну или мог бы им стать, будь у меня трофей. Например, у меня... Ну, например, череп воя или клык, или череп тяжело тащить. Если череп тяжело тащить. Я слышал, как вой сражался с кем-то на востоке. Может, он там и клыка бронил. Новое задание. Ну, хочет за счет нас героем стать. Ладно. Это надо для начала сначала его победить, чтобы потом клык стащить. Это довольно-таки непростая задача. Сразиться с боссом и отдать Моки его клык. Так. Что там ниже?
Клык Воя. Я думал, надо будет убить для начала. Ну ладно, нет, так нет. Так он же с нами сражался. Мы же не здесь вроде дрались. Ау. Так, где ты наш храбрец, который завалил этого зверя? Хотя это не так. На, держи. О, настоящий клык Воя. Уж теперь ты никто не будет смеяться над моким храбрецом. Это тебе. Я не только храбрый, но еще и щедрый. Горлекова руда. Вы нашли руду. С ее помощью искусный мастер сможет что-нибудь починить. Побочное задание мы выполнили. Так, куда же нам идти? Можем сходить налево, можем сходить... Ну, направо мы уже были, пойдем налево. Может, там с новыми способностями что-то мы сможем открыть. Куда не могли пройти ранее. Так, не буду я с тобой сражаться. Пожалуй. Без рассудства вы получили новый осколок духов. С ним вы наносите и получаете больше урона. Ладно, почему бы и нет. Но это не во всех ситуациях есть хорошо. Поэтому надо очень хорошо будет уклоняться. Чтобы просто так урон не получить. Ага. Тут я что-то забраться не могу. Преграда мешает. Ну-ка еще раз. Значит, пойдем сбегаем направо. Посмотрим, что там есть у нас. Так, ты у нас больше ничего не хочешь? Не мешай, дух, я репетирую рассказ своим легендарным сражением с воем. Рассказчик придумает, блин. Здесь какая-то брешь наверху есть. Может быть, как-то и можно будет туда залезть. Ага, и как мы это сделаем? Нет, здесь мы никак не залезем. Там внизу мы уже были. Критиков нету. Значит, единственный путь. Хотя можно вниз и вот сюда вот сходить. Давайте вниз сходим. Посмотрим. Там тоже должен быть проход. Здесь мы были. Ну-ка спускайся. Будешь люлей гребать. Так, и еще немножечко ниже. Вот сюда. Ага. Вот оно что. Здесь мы уже с вами не были. Ай-яй-яй. Не в то время, не в то место. Не зацепился я за мох. Вторая попытка. Гусеница. Страшно. Чем-то взволнована. Ага, взволнована. Это враг.
Очень странный враг. Какая-то гусеничка. Так, хпшечка. Ячейка для хпшки. А, всего нужно две ячейки такие найти. Понял. Будем находить. Не зацепился. Так, и мы сделали просто круг. Вернулись за хпшечкой. Так, с дороги мне надо найти путь. Только всего вот маленький этот затемненный участок, и там уже что-то может быть. Вот какая-то глыба, которую можно разрушить. Это еще одна ячейка жизни. Видите, буквально маленький вот затемнение было. Вот здесь затемнение небольшое. Но нам надо вот сюда вот вернуться обратно. Потому что мы там свои дела не доделали. Там были фрагменты, которые можно было еще с помощью новых навыков взять. Мне кажется, это получится теперь сделать. Так, храбрец Моки. Все репетируешь? То он вроде вдаль далеко прыгает, а вот отсюда очень как-то так себешно. Не могу запрыгнуть, и все. Вот надо вот за вот это вот зацепиться. Он почти цепляется за ним. Может, кого-нибудь удар вверх использует? Нет. Удар вверх нас не подбрасывает. Почему он за этот мох не цепляется? Можете объяснить. Вот здесь зацепился, все. Попрыгаю и ударяюсь. Не могу никак попасть. Почему он чуть-чуть повыше не прыгает? Если то как-нибудь вот так это попробовать запрыгнуть. Можно будет попробовать. Все равно понять не могу. Ох, получилось. Так, дайте обратно. А еще свет. Это мы ранее, может, не могли просто подобрать здесь. Так, восстановление. Вы освоили новое умение, привяжите его к кнопке, тогда вы можете получать жизнь при трате энергии. Так, осколки духов, безрассудство, вещи. Это у нас древо какое-то. Ладно. Так, осколочки.
Это мы выбрали. Ладно, пойдемте тогда. Сбегаем в ту область, где мы были ранее. И поищем там. Ау. Ишь, товарищ богомол. И ты тут. Так, это мы уже здесь. Можем сходить чуть ниже, можем попробовать сходить направо. Туда как раз мы попасть не могли. Здесь довольно солнечно. Нажмите, чтобы поговорить с Люпо. Приветствую, я Люпо, выдающийся картограф. Ну и буря тут разбушевалась, жуть, у меня аж карты промокли. Отдам за полцены. Говорят, ты ищешь пропавшую подругу, а для поисков тебе понадобится карта. Желаешь ли ее приобрести? Ну, давайте купим, у нас, в принципе, осколков достаточно вполне. Благодарю. Нам, наверное, откроется карта этих топей. О, потрясающе, вот здесь проход есть, здесь фишка есть. Много разных всяких. Можно сюда сходить, можно туда сходить. Ну вот у нас основное задание. В принципе, половина черных топей мы с вами прошли. И я думаю, для первой серии этого будет вполне достаточно. Ну что, дорогие друзья, спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. А мы встретимся с вами позже. Всем пока!